уплетают за обе щеки. После клича в социальных сетях неравнодушные барнаульцы откликнулись на социальную акцию и привезли излишки со своих приусадебных участков. Ранетки, арбузы, кабачки. На радость лошадям конефермы Аграрного университета. Социальная акция заключается в том, чтобы, не выбрасывая продукты, полакомить лошадок. Мешками таскают вот от ведра, от рюкзачка. И прям вчера вот три мешка груш привозили. Ага. Спелых таких прям вкусных, ароматных, всю конюшню стоял. В комментариях барнаульского паблика, где была опубликована информация об акции, некоторые люди высказывались негативно. Писали, зачем заводить лошадей, если кормить нечем. Хотя еды для лошадей на кониферме хватает. Основная еда для лошадей – это все-таки овес и сено, а дыни, яблоки, арбузы – это всего лишь лакомство, как для нас конфеты или шоколад. В особенном гастрономическом почете морковь, арбузы и даже арбузные корки. От последних лошадей за уши не оторвать, рассказывают тренеры. Едят арбузные корки с удовольствием. Просто прям такое чмаканье стоит на конюшне, когда арбузы приносят, им вообще замечательно. Самое вкусное это для них. Единственное ограничение по подкармливанию – не стоит привозить излишки прошлогоднего урожая. В нем мало витаминов и фруктозы. Витаминную акцию на кониферме проводят впервые. Добровольцам, кстати, дарят еще и бонус – общение с лошадками. Естественно, под присмотром тренеров. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.